Скоро не приедет, все в отпуске. В одной из громад Тернопольской области уже четвертый месяц никто не выезжает на вызовы к пациентам. Как люди выживают без экстренной помощи, узнавали мои коллеги. Бачите, замок. Година котра, десята. Никого немає. Двери закрыты. Большой замок на двери и записка с контактами районного диспетчера в окне. Так выглядит пункт скорой помощи в Коробце. На вызовы к пациентам здесь не выезжают уже четвертый месяц. Человек помирает, никто не приезжает. Аж поехали, привезли лекаря, и то без медикаментов. Аж с района приезжает швидка, тоді человека забирают. До того часу, якби было что-то гірше, то людина может померти. Пункт скорой помощи в Коробце обслуживает около 6 тысяч жителей. Но начиная с июня, фельдшеры начали уходить в отпуск. На дежурстве осталась одна бригада, которая работает только ночью. В день не едет швидка, лише в ночи. А в день людина найтерпит до вечера. Людина может помирати, не все мають машини, не кожен може повезти людину до лікарні. Зараз ще один працівник в відпуску. Людина приходить з відпуску і все буде нормально. Круглодобово. Пункт скорой помощи в Коробце находится в подчинении монастырской подстанции. Там объясняют, раньше на время отпуска сотрудников искали замену, но теперь денег на это нет. По области экстренная медицина недополучила почти 30 миллионов гривен. Вот и приходится экономить. Мы на нараде каждый месяц там доповідаємо, кто сколько заэкономил. Там дают, допустим, на станции заэкономить столько-то тысяч. И мы мусимо экономить. Мы зарплаты еще не отримали за серпень месяц. Сегодня все тяжелые случаи в Коробце обслуживает скорая из района. Правда, из-за ужасного состояния дорог едет она сюда час, а то и больше. Остальные вызовы принимают семейные врачи. К пациентам добираются пешком. Машины в амбулатории нет. Звичайно, было бы легче, если бы была швидка допомога, были медикаменты. Люди купують лекарства за власний рахунок. Ну и так же само власним коштом приезжают машину, и мы обслуживаем виклики. Продержаться жителям Коробца нужно еще неделю. С понедельника на работу выходит фельдшер-отпускник. И скорая сможет обслуживать пациента в обычном режиме. По крайней мере, до следующего сезона отпусков. Жанна Тучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Тернопольская область.